Почему люди, иногда, казалось бы, достойные, не имеют того, что, в общем-то, мы называем социальным успехом? И наоборот, люди, которых в нормальной жизни называют несдержанными, наглыми даже, иногда могут получить даже больше, чем хотят, либо заслуживают. Хороший вопрос. Знаете, для меня вообще понятие «успех», оно вот делится как бы на некоторые составные части. Вот есть понятие какой-то внешний успех, и мы почему-то ориентируемся вот на эту внешнюю составляющую. Человек, который имеет хорошую зарплату, допустим, хорошие деньги, имеет возможность там ездить, отдыхать и так далее, и так далее, и так далее. Вопрос заключается в следующем. А за этой внешней стороной, насколько человек считает себя счастливым, успешным, насколько жизнь его радует, насколько он счастлив в этой жизни. Вот здесь часто не совпадает наше внешнее представление с тем, что происходит внутри человека, в душе, как говорят, человека на самом деле. Поэтому понятие успеха – это, наверное, вопрос, связанный с некой личной гармонией, удовлетворенностью собой, своей жизнью и не показной для кого-то. А вот именно с точки зрения откровения для самого себя. А насколько ты успешен в этом мире? Тебе хорошо живется? Ты счастлив в этом мире? Или мы делаем акцент на некий имидж успешного человека? И вот здесь, когда мы через внутреннюю эту сторону посмотрим, наверное, где-то вот эти представления об успешности и неуспешности, они, наверное, где-то сместятся. И то, что внешне кажется успешным, а что-то неуспешным, на самом деле окажется, что где-то, наверное, чуть-чуть оно по-другому выглядит на самом-то деле. И вот я могу смело сказать в этом отношении, что далеко не все успешные внешние люди наедине с самим собой могут подтвердить, что они действительно успешны.